Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Ультрафіолетові стерилізатори. Що це таке? Як допомагає в профілактиці ковід та інших захворювань? Сьогодні будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в ефірі телеканалу «Відкритий» експерт з лед-стерилізаторів Георгій Волков та педіатр Анна Камнєва. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Ну, про стерилізатори, як мені здається, останнім часом ми чули дуже багато. А от про ультрафіолетові стерилізатори. Знову ж таки, як мені здається, мало хто чув. Розкажіть, будь ласка, що це таке і в чому їх необхідність? Дійсно, зараз тема дуже актуальна, тому що помимо стандартних інфекцій, які існують в світі і знали до сих пор, за останній рік ми немножко знаходимося, скажімо так, в особо острій ситуації, пандемія і так далі, і стали люди більше гораздо внимання обращати на профілактику своєго бита, своего здоров... ну, на здоровый образ жизни, того, что происходит у них просто в офисе, автомобиле, дома, с детьми и так далее. Вот. И особо актуальными сейчас стали действительно LED-стерилизаторы. Если говорить более просто, технология похожа на то, что издавна использовалась, например, в больницах и прочих местах, там, где необходима особо стерильная обстановка, это как кварцевание, можно сказать, но здесь это адаптировано к применению в бытовых условиях. Вот. Соответственно, для того, чтобы полностью обезопасить себя, свой дом и поверхности, тут нужно сделать акцент на том, что неживые поверхности, то есть там металл, пластик, ткань, от вредоносных бактерий и микроорганизмов, можно использовать вот такой метод, как ультрафиолетовая стерилизация. А як саме вони працюють? Я розумію, можливо, там принцип цей механізм він досить складний, але от щоб розуміти. В процесі ультрафіолетового излучения поверхность обрабатывается, как вам сказать правильно, озоном, и в том числе ртуть, которая выделяется при нагревании, выделяет озон, происходя все, что происходит в закрытом пространстве, то есть мы видим, там, например, здесь стоят лампы по всей поверхности, обрабатывается в течение достаточного количества времени, исходя из исследований, для того, чтобы полностью поверхность была обеззаражена, потому что убивает это облучение, скажем, бактерии, ну, полностью убивает РНК и ДНК вредоносных микроорганизмов, соответственно, становится стерильным. Такі дезінфектори, як ми зараз можемо побачити і відповісти на запитання, бувають різними. Які різновиди існують? Розкажіть більш детально про кожен з них. Существують відкриті лампи, які, ну, от, опять-таки, можна вспомнити якісь надписи, типу «Осторожно, йде кварцевання», наприклад, коли потрібно покидати приміщення повністю, так як це небезпечно для человека, для, в принципе, для всего живого. Потому что, ну вот представьте себе, например, если бы солнце светило на Землю без каких-либо дополнительных слоев защиты и так далее. То есть действительно, здесь бы ничего живого просто не могло жить, существовать, развиваться. Вот здесь то же самое. Вот такие открытые лампы, они для того, чтобы обеззараживать поверхности или площади более крупные, и для этого нужно покидать помещение. Также существуют стерилизаторы, которые адаптированы к бытовому применению, которые светят неоткрытым светом и используются вот для более компактных задач, более локальных задач. Например, там вот мы видим такого плана, если сумку посмотреть, в ней все лампы находятся внутри, вот, и для того, чтобы стерилизовать более мелкие предметы, какие-то гаджеты могут быть, ювелирные драгоценности, все что угодно, в том числе из бьюти-сферы активно пользуются этим мастера, потому что она к тому же и складная, компактная, удобно переносить что-то, в те же даже если это какие-то рабочие поездки брать с собой. Вот. И она, повторюсь, безопасна для человека, потому что все происходит внутри. Можно находиться при этом рядом, в комнате, за письменным столом. Аналогично такого рода боксы тоже. Стерилизация происходит вся внутри, и поэтому это безопасно и занимает относительно, ну, допустим, такой бокс стерилизует всего лишь 5 минут, 300 секунд, вот, для полного уничтожения бактерий. А от такі, от ми бачимо, там є лампи і щось на кшталт цього. Як вони працюють? Це аналогічні стерилізатори для локальних задач.
Но здесь это так называемый, не знаю, как сказать, вант на английском, ну, просто палочка стерилизационная, в которую точно так же встроены эти лампы, и включив ее и направив на поверхность, ну, на небольшом расстоянии, 2-3 сантиметров, мы можем в течение там, 30-40 секунд, медленно ведя ее по поверхности, тоже стерилизовать ее. В принципе, от того, насколько вы это делаете тщательно, длительно и как часто, и зависит степень профилактики того, что вы делаете в своем офисе или доме. Ну, до речі, ви там сказали і за офіс, і за б'юті-сферу. Хто взагалі от, така цільова аудиторія, можливо, цих стерилізаторів? Це може використовуватися будь-де? Тобто, як я розумію, ми можемо використовуватися вдома і десь там на роботі і так далі. Іменно так. Очень-очень різні способи применения сейчас такой продукции. Приведу несколько примеров. Допустим, для частного использования много покупают это просто в дом, там, где есть детки особенно, для того, чтобы стерилизовать просто элементарно гаджеты, которые постоянно ребенок берет для того, чтобы там поиграться, что-то посмотреть. А, как известно, гаджеты, наушники, какие-то прочие там часы и так далее, сейчас огромное количество их. Это, собственно, один из основных источников, который переносит заразу с улицы, из общественных мест, где мы бываем, из общественного транспорта, может быть, в том числе, из любых, в принципе, мест общего пользования. Вот. Кроме этого, у нас покупают это просто в офисы для сотрудников, потому что есть западные исследования уже около года они ведутся, и цифры говорят, в некоторых компаниях, где внедрили такого рода продукцию для сотрудников, для офисного пользования на 20-25% стало меньше, ну, так называемых, скажем, больничных листов. То есть люди меньше болеют, они более работоспособны, и действительно это, ну, хорошо применяется вот просто, не знаю, в коворкингах, хабах, может быть, какие-то IT-компании, у которых достаточно много сотрудников на месте работают, не только удаленно, тоже в числе наших клиентов, кто покупают стерилизаторы. Также обратили на это внимание клиентоориентированные бизнесы. Вот как сказать... В нашей стране сейчас есть бизнесы, безусловно, старого формата, и есть очень много компаний, которые стараются работать более, ну, гораздо более используя современных тенденций, более клиентоориентированные они. И когда клиент приходит, не знаю, в ювелирный салон, может быть, в отделение банка хорошего уровня, в спортклуб, в детский центр, и у него есть возможность, пока он ожидает или пока общается с менеджером, или когда он использует сервис в этом месте, стерилизовать, например, свой гаджет или еще что-либо, то, что он принес с улицы, может быть, даже документацию, вот, или ювелирные изделия стерилизуют при клиентах. Ну, это, безусловно, говорит о заботе про этих клиентов, и, соответственно, это ценится. Поэтому вот более такие клиентоориентированные компании, которые стараются своим непосредственно, как мы считаем, любимым клиентам показать этот сервис, в том числе покупают. Я думаю, все ж таки, багато кого лякає слово ультрафіолет, і дехто може прийматися за, не знаю, опромінювання. Чи дійсно це безпечно для людського здоров'я? Ну, вот в условиях закрытого использования, как, повторюсь, допустим, с такого рода сумками или боксами, это безопасно абсолютно, потому что все происходит, весь процесс происходит внутри сумки или бокса. Вот. И, конечно же, они даже и спроектированы, не придуманы так, чтобы в случае, если вы ее открываете, стерилизация просто останавливается. То есть лампы не горят, и вы не можете никак навредить себе или вашему, не знаю, ребенку, домашнему питомцу, ну, кому угодно. А якщо, наприклад, ми говоримо про стерилізацію там телефонів, своїх гаджетів, чи не зашкодить роботі саме цього телефону і гаджету, знову ж таки, ультрафіолетове світло? Ні, абсолютно не повредить. Скажу більше, наприклад, вот в боксах такого типу ще встроена функція безпровідної зарядки, тому у вас гаджет за ці 5 хвилин буде ще й заряджатися. Анно, хочу звернутися тепер до вас. Ви як педіатр можете розказати, у чому необхідність, у чому там шкода або не шкода використання таких ультрафіолетових ламп? Розкажіть, будь ласка.
Здравствуйте. Я Камня Ивановна, я врач-педиатр, и на данный момент я еще и мама. Поэтому для меня первостепенно безопасность моих родных и безопасность моих пациентов. Потому что, естественно, в огромном потоке пациентов мы беспокоимся о том, чтобы не произошло реинфекции и микс-инфекции. Поэтому очень важно обрабатывать все, с чем сталкиваемся мы на работе, с чем сталкиваемся мы в общественных местах, обрабатывать стерилизаторами портативными. Наша необходимость в этих стерилизаторах в том, что мы не можем гарантировать полностью безопасность и уничтожение бактерий, если мы, например, будем мыть ручки после каждого пациента, например, мы будем пользоваться дезинфицирующими санитайзерами. Во-первых, это все вредит нашей коже. И если мы будем это делать постоянно и в потоке, если мы будем делать это 20-30 раз в сутки, то я просто не представляю, что будет с нашими ручками, что будет с нашими гаджетами и с нашими непосредственно инструментами, то, что мы используем в ежедневной практике. Поэтому портативные стерилизаторы – это наша палочка-выручалочка. Ну, например, моя палочка-выручалочка – это сумка. Сумка-стерилизатор, потому что туда помещается полностью фонендоскоп, туда помещаются градусники, все мои гаджеты, то, что бесконтактные, имею в виду градусник. Все гаджеты, которые я использую на приеме, пульсоксиметр, без проблем я могу все это простерилизовать. И я буду уверена, что мои пациенты будут в безопасности и мои родные дома, потому что я 100% не принесу никакой инфекции, вируса, бактерий, грибка с работы. Поэтому это идеальный вариант вот для врача, который работает с огромным количеством пациентов ежедневно. Ну и тем более сейчас, в данной эпидситуации, это идеальный вариант для любого человека, кто хочет защитить себя и своих родных. От ми говоримо, що це ідеальний варіант дійсно для лікарів, а якщо ми говоримо саме от про домашні умови, про дитину, якщо ви зазначили, що ви теж мама, чи не зашкодить це дитячому організму, наприклад, використання? Ні, це, звісно, не навредить, тому що все залежить від длини хвилі. Я совершенно согласна, що ультрафіолет може бути вредним. І він дійсно може бути вредним, тому що він оставляє ожоги на кожі малышей, на кожі взрослих, якщо він в неправильному кількості. В неправильной в диапазоне длины волны. Все стерилизаторы, которые представлены сегодня, они находятся в правильном диапазоне длины волны. Вы можете видеть, это от 185 до 280. Это максимальная длина волны, при которой будет безопасное как озонирование, так и безопасная именно стерилизация ультрафиолетом. Ну от ми звикли, що там треба так пройти з вулиці, помити ручки, і всі ми привчаємо, там нас з дитинства привчають, що треба мити руки. Чи недостатньо просто помити руки? Я ні в якому разі не відрицаю, що потрібно мити ручки. Їх обов'язково потрібно мити, і ми з цього моменту обов'язково починаємо нашу обробку. Але, к сожалению, віруси, бактерії мутирують. І якщо це нормально було і достатньо буквально там 50-80 років назад просто помити ручки, обробити водою, и определенное количество бактерий смывается, и мы как бы будем уверены в своей безопасности, то сейчас мутирующие вирусы, бактерии, они привыкли жить на наших ручках, они привыкли к тому, что даже санитайзеры многие не справляются, и они привыкли к тому, что, например, наши моющие вещества, которые мы можем безопасно использовать для ребенка, они не все могут справиться с этими вирусами и бактериями. Поэтому, во-первых, мы ручки действительно моем, но стерилизаторы мы используем не для ручек, стерилизаторы мы используем для всего того, что мы возьмем в свои ручки. Поэтому мы обязательно обезопасим ребенка, если обработаем его любимую погремушку, его игрушки все. Причем очень удобно то, что можно, например, стерилизовать все бутылочки, соски, погремушки в сумке. Например, телефон с ключами мы можем стерилизовать в боксах. И с помощью данного гаджета мы можем простерилизовать те игрушки, которые не поместятся просто к нашей, ну, в сумочку, например, или бокс. Поэтому и все это займет буквально 3 минуты, пока малыш переоделся, все, у него уже все чисто, и чем он игрался на улице, мы без проблем можем
дать ему играться дома. Поэтому, конечно, это будет очень удобно, и очень удобно то, что мы можем стерилизовать и наши бутылочки, которые мы используем для кормления, соски и прочее, стерилизовать в наших сумочках, например, и потом это занимает минимум времени, и мы малышу потом даем у них кушать, тоже это, ну, как бы все очень-очень удобно. Тобто немає такого строгого процесу, як раніше, там якось їх пропарювати, мити кип'яченою водою і так далі? Да, ми живем в это прекрасное время, когда сделано очень много для удобства мамы. И сейчас материнство, оно в радость, потому что есть очень много гаджетов, которые облегчают жизнь. Поэтому достаточно будет помыть бутылочку, соску или же там погремушечку малыша с моющим средством, адаптированным для деток, и потом простерилизовать в сумке. И это будет более чем достаточно. И у нас есть сертификация Института Академии наук Украины о том, что действительно 99% бактерий убивается, 99,9% бактерий убивается при стерилизации. Поэтому вся продукция сертифицированная и лицензированная. Дякую вам за відповідь. Георгію, підсумовуючи нашу прес-конференцію, скажіть, будь ласка, у чому ж дійсно необхідність таких приладів, як вони допомагають у лікуванні, точніше, профілактиці захворювань, вірусів, які сьогодні в нашому житті дуже, на жаль, популярні? Ну, ви знаєте, в першу чергу профілактика, як Анна вже сказала, мутирують віруси достатньо активно, особливо за останнє час, ми це побачили, дослідження показали, що вони способны достаточно длительное время находиться не только на живых поверхностях людей, животных и так далее, там птиц, допустим, но и на поверхностях неживых, то есть там металл, пластик. И как раз вот об этом история ультрафиолетовой стерилизации и о том, что можно предотвратить достаточно большое количество какой-то заразы, которая в вашу семью может попасть или на вашу работу, просто самыми базовыми методами профилактики, вот посредством таких гаджетов, например. Что ж, я дякую, можливо, є що додати. Ну, единственное, что я хотела добавить, о том, что мы можем быть уверены точно в безопасности данных приборов и даже в некоторой полезности, особенно полезности открытых, потому что стерилизаторов, потому что ультрафиолетовое излучение данной волны, оно полезно, особенно полезно для маленьких деток, потому что вырабатывается витамин D. И мама, когда принимает, ну, как бы дает малышу принимать витамин D в капельках, она еще дополнительно ультрафиолетом позволяет активироваться этому витамину, поэтому мы 100% можем быть уверены, что это и безопасно, и полезно. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Говорили про ультрафіолетові стерилізатори. Що це таке і як допомагає в профілактиці захворювань? Сьогодні нам розповіли експерт з ультрафіолетових стерилізаторів Георгій Волков та лікарка-педіатр Анна Камнєва. Ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!